Теперь этот батальон, благодаря вам, очень хорошо укомплектован. Вы знаете, сейчас у нас в батальоне артиллерии 6 стволов, минометов 3 штуки. Сейчас у нас на позициях стоит 8 танков, БМП. Мы из одного маленького БРДМчика выросли вот в такую мощную структуру. Все это благодаря ребятам. Я хочу также подяку свою высловить окремій роті, которая воювала в Дебальцево. Ваши навыки и умения, они все пригодились дальше и в Луганской, и в Донецкой области. Хочу поблагодарить офицеров, хочу поблагодарить солдат и сержантов за службу. Все ребята красавцы, умнички, молодцы. Вы достойно сделали свое дело. Кировоградская область может гордиться своими земляками, это настоящий герой. Мы как заходили в Луганскую область одним кулачком, так через нее, через Донецкую область, также с одним красивым кулачком и вышли. Есть, к сожалению, у нас потери. Есть раненые, 41 человек в батальоне получили ранения, есть погибшие. Это те ребята, которые погибшие, которые Гаспарян, Ильин, Харти, Пойда, огнеметчик. Это те ребята, ценой своей жизни сохранили некоторым жизни некоторых сидящих здесь в зале. Это не секрет. Поэтому при возможности приезжаем, родителям помогаем, приезжаем, поминаем, не забываем. Поэтому им тоже огромное спасибо. Они как частичка нашего батальона, они так и будут оставаться, как живые. Относиться к ним, как к себе самому. Еще раз всех благодарю за службу. Еще раз всем огромное спасибо. Все молодцы. И хочу повториться. Я сегодня ни капельки не сомневался, что батальон соберется наш весь в полном составе в этот день. И когда потребуется, будет необходимость. Я знаю, я уверен, что мы опять соберемся, пойдем, отстоим, защитим и победим. Спасибо вам огромное.